Здравствуйте, друзья мои, с вами Шамов Дмитрий. В этом видео вам покажу небольшой ужин в обычной японской семье. То есть это приготовлено не специально, а так готовят практически каждый раз в каждой семье. Тут вот вы можете видеть, на столе очень много разных тарелочек, много всего. Здесь приготовлено, правда, на много человек, но блюда здесь совершенно разные. И считается в Японии, что нормальный ужин должен состоять из 9 разных блюд. То есть, например, немного солений, может быть, рыба, рис и таких вот разных вот вариантов должно быть 9 штук. Сейчас я покажу вам примерно, что есть. Ну, обычный рис, я думаю, все его знают. Пиво. В Японии пьют очень много пива, поэтому на ужин это считается совершенно нормальным. Овощи разные. Это баклажан, в общем, замаринованный. Гёдза. Гёдза это что-то вроде наших русских пельменей, правда, с добавлением овощей. Но, в принципе, по вкусу очень похоже. Рыба. Вот. То же самое, здесь вот есть лосось. Это кому что нравится, мне больше нравится лосось, поэтому я его буду есть. Соевый соус. Далее же такая штука называется чаванмуши. Готовится из яйца, что-то вроде пудинга из яйца. Там внутри грибочки разные. Достаточно вкусно. Вот, еще не приготовлен, сейчас готовится суп, мисо, потому что его готовят практически каждый раз на ужин. Далее, икра, минтай, салат из огурцов, помидоров. Думаю, такой салат готовит любой человек, наверное, в любой стране. Закуска такая небольшая. Микки корни. Вот это вроде лапши, что-то такое приготовленное из всяких морских там обитателей. Приготовлен по вкусу как смесь макарон, может быть, с крабовыми палочками. Штука достаточно вкусная. Вот так вот выглядит японский ужин. Поэтому, если будет возможность в Японии, обязательно попробуйте. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Вот так вот выглядит гёдза. Оставляйте комментарии. До встречи в следующих видео. Пока.